Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где с минуты на минуту долгожданный матч 13-го тура Гефес-Нева начнется. Интересная игра, одна из центральных, безусловно, в первом круге была бы, если бы не новая система, по которой команды после первого круга делятся на две восьмерки. Об этом все уже наверняка знают. Верхняя играет между собой, нижняя играет тоже между собой. Верхняя борется за чемпионский титул и попадание в турниры на Москву. Нижняя борется за выживание. И, наверное, первый круг имел бы больше значения, если бы по его итогам сохранялись очки. Или хотя бы очки, которые команды, оказавшиеся в одной восьмерке, набрали в матчах между собой. Но этого нет по регламенту, который действует в сезоне 2017-2018. Все очки после первого круга сгорят, а потому для пяти команд, для пяти топ-команд Севера, по большому счету, первый круг — это такая хорошая разминка. Разминка втягивающая, разминка аперитив, разминка превью перед настоящей борьбой. Но надо сказать, что получается она весьма интересной. Бьются соперники действительно очень здорово, и никто спустя рукава не играет. Мы обо всех раскладах поговорим, но прежде, наверное, нужно составы команд назвать, коль у нас, я так понимаю, что Нева задержку взяла. Так вот, коль у нас начало игры затягивается, даже сейчас еще команды не построились около арбитра встречи, давайте я с составами вас познакомлю, чтобы во время игры уже на это не отвлекаться. А то бывает, пока два состава назовешь, три гола забивается. Тем более, что, еще раз говорю, результат все-таки не так давляет над коллективами. Итак, Гефест. Ворота защищает Станислав Станиславский, номер 32. В обороне справа налево Станислав Каханов, номер 51. Константин Лозбенев, номер 4. Андрей Моисеенков, номер 6, капитан команды. В центре полузащиты играет Максим Мухин, номер 7. По флангам заявлены справа Андрей Дрисов, номер 90. Слева Александр Масленников, номер 28. Если, конечно, никаких изменений в последний момент не произошло. И Сергей Анохин по 25 номерам начнет на острие атаки. В запасе у Гефеста Сергей Бурцев, номер 84. Это вратарь. Защитник Мартин Хорин, некогда бессменный игрок центра обороны, а некогда вообще капитан команды. Но от капитанства он отказался сам. Ну а в центре обороны, видимо, стал проигрывать конкуренцию сейчас Мартин. И поэтому Константин Лозбенев, который все больше и больше играет не с краю, так в центре, не в центре, так в полузащите. Хотя в этом сезоне он именно как защитник рассматривается. Приходил он полузащитником Гефес. Но вот Лозбенев играет, Мартин Хорин в запасе. В полузащите могут выйти на поле Евгений, и выйдут наверняка, Евгений Шеренков, номер 23, Павел Котов, номер 17, Евгений Королев, номер 52, и на острие атаки Алексей Гусев, номер 22. Остается добавить, что форма Гефеста сегодня полностью черная. Я давненько не видел, чтобы Гефест в такой форме играл, но мы все знаем, что она у него есть. Ну, а Нева, сразу скажу, белые майки, черные штаны. На ваших экранах ее ворота будут справа. А в следующем сочетании вышла на этот матч Станислав Плохих, номер 1, защищает ворота, капитан команды. Оборона справа налево, Игорь Шутин, номер 10, Алексей Мамонов, номер 21, Антон Ходорев, номер 2. Два центральных полузащитника, Игорь Лаврентьев, номер 23, Антон Киреев, номер 8. Ну, Лаврентьев наверняка будет пониже действовать, Киреев все-таки игрок более атакующий и сыграет повыше, но в целом это два центральных полузащитника. Над ними играет Сергей Нечушкин, номер 11, и на острие атаки Вадим Пронкин, номер 19. Ну, по большому счету, можно 3-2-2 схему Невы назвать, потому что Нечушкин все-таки это нападающий. Да, многие нападающие могут отойти вниз, сыграть полузащитника, но Нечушкин все-таки тот форвард, который именно форвард, и если даже он действует оттянуто у форварда, все-таки он нападающий. В запасе всего два человека, Евгений Евгеньев, номер 5, и Александр Гамбердиев, восстановившийся после перелома, номер 7. Вот таков состав Невы. Тренеры: Алексей Швындин тренирует Гефест, Дмитрий Вакуленко, президент команды, и Валерий Нуров, и президент Невы, и ее главный тренер, но есть еще Юрий Смоленинов, который, безусловно, Валерию Нуру помогает. Ну, не знаю, как сейчас его назвать, начальник команды, что ли. А может быть, второй тренер, а может быть, ассистент Валерия Нурова, наверное, так будет правильнее. Владимир Коржевский матч обслуживает, я, Александр Седов, для вас эту игру комментирую. Ну, и она началась, пока команды друг к другу присматриваются.
и можно немножко о раскладах поговорить. Я сказал, что для топ-5 команд Севера вот этот сезон, это первая часть, она втягивающая, она разминочная. Но как раз, наверное, к Гефесту и Неве сейчас это относится в меньшей степени. Все дело в таблице. Они занимают 4-е и 5-е место. То есть в этой пятерке Гефест и Нева идут ниже всех. Правда, там очень большая плотность. Смотрите, Динамо 31 очко, ЦДК 30. Интер 30, у них по 12 игр, а Нева и Гефест сыграли на игру меньше, у них по 27. То есть, если они свою пропущенную игру доигрывают и побеждают в ней, то у них тоже становится по 30 очков. То есть, Динамо на полкорпуса впереди, на шажочек, а остальные за ним. А следом чуть отстают Нева и Гефест, но у них есть шаг в запасе. Здесь момент уже у Гефеста первый голевой. Сергей Анохин, вспоминающий, что он такой настоящий бомбардир угрозы для ворот в последнее время. Сейчас опасно. Атаковал Станислав Плохих ногой. Мяч отразил. Но, вы знаете, дело не в том, что сейчас 4-й и 5-й формально Нева и Гефест. Они, в принципе, наверное, в этой пятерке сейчас 4-й и 5-й клубы по статусу. Хотя, казалось бы, кто бы мог такое представить. Но в отношении Невы, наверное, да, в отношении Гефеста нет. Хотя, опять же, Нева в том году 3-е место заняла, а Гефест лишь 4-м был. Для Гефеста был, конечно, сумасшедший провал. Нева боролась за чемпионство до последнего. Дольше, чем ЦДК боролась Нева за чемпионство. Просто в итоге ЦДК пропустила и стала 3-й. Но сезон выдала команда очень хороший, потом перестройка, ну и поэтому никто не удивлен, что Нева не так здорово выступает. Обе команды в Лиге Чемпионов играли и обе провалились. Причем, если Гефест с треском, конечно, для себя из группы с западным ФКСП, северо-восточным Кайзером и южной Россошью провалился в Кубок ЛФЛ, но третье место для Гефеста это, в принципе, полный провал, а еще и в такой группе. Пусть Кайзер хорош оказался, но никто подобного не ожидал. Ну, а что касается Невы, то она, проведя отличный первый круг, еще один момент у Гефеста, Станислав Каханов сместился в центр, пробил, Станислав Плохих уже в прыжке рукой вытянул на угловой. Так вот, кстати, у Гефеста очень опасные угловые. Давайте тогда посмотрим, что сейчас придумает команда. Андрей Дрисов у мяча. Передача на Каханова под удар. Он так заранее пошел, правда, слишком высоко получилось. Каханов только на грудь смог мяч принять. Но теперь Гефест в позиционной атаке возвращает Каханов и Дрисову. Теперь уже и Дрисов принимает мяч на грудь. Масленников, фирменное движение, удар опасно. Мимо ворот проходит мяч. Гефест помощнее начинает. 4-я минута на исходе, уже 3 момента у команды Алексея Швындина. Вот такой Гефест, наверное, и хочет видеть тренерский штаб античных. Ну так вот, к Неве возвращаемся. В Лиге Чемпионов команда Валерия Нуру такой классный первый круг провела. В такой тяжелой группе. Западный ЦДН с очень мощным составом. Восточный Авангард, команда, которая не нуждается в представлениях. Команда, которая, между прочим, на континентальной футбольной лиге в полуфинале прошла Гефест. По пенальти, но прошла. И играла в финале Кубка ЛФЛ в прошлом сезоне. Проиграла по пенальти. Ну и есть момент, может быть, нет, и Шутин, ох, из какой тяжелой ситуации выбирается. Ну и еще один участник, это Пищевик, юго-западный. Вроде бы не самая сильная лига, но Пищевик очень хорошая команда. Туда перешел еще Илья Горшков, ко всему прочему. А теперь еще Евгений Беженарь, которые оба на севере очень долго играли за ЦДК и Азимут, соответственно. Так вот, Пищевик в том году сам в полуфинале Кубка ЛФЛ играл. Очень хороший ход показал. Проходил на тот момент гораздо более сильную, чем сейчас. Тоже практически топ-команду Беду. Это мы о Северной лиге, если говорим. Вот, ну и пусть Пищевик неудачно провел первый круг и набрал 0 очков. Нева набрала 5, обыграла Пищевик. В первом туре в очень сложной игре 3-1. В очень сложной игре обыграла там штрафной Антона Киреева, положил всему начало, но в целом матч был очень тяжелым. А затем 2 обидных ничьи с Авангардом, особенно обидные, где Авангард отыгрался из ЦДН, тоже могли на победу рассчитывать подопечные Валерия Нурова. А потом был второй круг, в котором Нева не набрала ни одного очка, а поскольку Пищевик в предпоследнем туре набрал свои первые очки, обыграл ЦДН, немножко неожиданно для кого-то, но еще раз повторюсь, Пищевик очень сильная команда. И после того, как в последнем туре Пищевик выиграл на Вернадке Парк, у Невы именно Пищевик занял 3-е место в группе, а Нева вообще вылетела из Еврокубков. Нева уже пару перестроек прошла в этом сезоне, но команда достаточно сильная. Все люди, которые играют сейчас в составе
у Валерия Нурова, они все хороши, все известны. Все сильны. Антон Ходырев сколько за молодежку Спартака играл. Это вот если так поговорить. А он здесь даже не лидер. Хороший игрок, но не лидер. И для Невы, конечно, это катастрофа, такое выступление. Но есть еще один нюанс. Почему матч этих команд важен? Не только реабилитации после провала в Лиге Чемпионов. Гефес, в конце концов, в прошлом сезоне играл в финале этого турнира. Если Кубок ЛФЛ выиграет, то это компенсирует в какой-то мере провал в главном клубном турнире Москвы. Где, кстати, не только в финале играл, но и проиграл только по пенальти. Отыгрываясь 0-2, спас Александр Масленников своими двумя голами, зато потом после матча пенальти не забил. Здесь момент какой интересен. Гефест в первом туре чемпионата обыграл ЦДК со счетом 4-2. После этого отыграл 15 матчей. Формально 16, но игру с Азимутом я не беру, поскольку это техническая победа. И вот в этих 15 поединках не было больше одержано ни одной победы над топ-клубами. Таких матчей было 6 у античных. Думаю, что вы со мной согласитесь в определении этих поединков. Безусловно, к топ-соперникам я отношу ФК СП, которому в первом туре Лиги Чемпионов Гефест на выезде успел 1-6. Безусловно, топ-соперник это Динамо, которому Гефест проиграл недавно совсем 0-1. Опять же, ФК СП 2-5 дома, 2-3 от Интера в очень обидном стиле. Ну и Кайзер тоже, поскольку Кайзер добавил в этом сезоне, вышел со второго места в плей-офф Лиги Чемпионов, а мог и первое занять только по дополнительным показателям, причем по разнице мячей. По личным встречам было полное равенство, проиграл ФК СП, уступив западной команде в последнем туре, и там был курьез. Футболисты Кайзера думали, что голы на чужом поле считаются при личных встречах, так бы они выходили, потому что лучше сыграли в гостях, больше забили, чем ФК СП забил на Северо-Востоке. Но в итоге это не учитывается, по разнице ФК СП был лучше. Не давил в конце Кайзер, даже играл на удержание. Ну и вот, видите, платился вторым местом. Но в любом случае показался топ-командой. Но его Гефест не обыграл. 1-1 на выезде. И там можно было спорить, что пенальти не назначил арбитр ворота Кайзера. Но просто ужасающий 1-4 дома. Катастрофические. И вот так вот одна победа над ЦДК, одержанная 13 августа, является единственной победой над топ-командами для Гефеста. И Нева, наверное, сейчас не калибр ЦДК команды, хотя, опять же, совсем недавно Нева 4-5 ЦДК проиграла, и проиграла, ведя в счете 2-0, очень быстро, 3-1, в общем, у Невы все было хорошо по ходу этого матча, но уступили. В любом случае, из когорты сильнейших эта команда, и, конечно, Гефесту нужно обыграть Неву. Ну, а что касается Невы, то она вообще ни одного топ-соперника не обыграла в этом сезоне, так сложилось. Представляете, Нева играла в этом году с Интером 2-4 в первом туре, затем из топ-соперников Пищуки, все-таки к таким командам не буду относить, он еще на пути, но, может быть, вот раз, что победа над Пищевиком, и то, я говорю это с оговорками. И в итоге она ничего не дала еще команде. 3-3 с Авангардом, 1-1 с ЦДН, 1-2 с ЦДН, 4-5 с ЦДК, 0-5 от Авангарда, пусть и не совсем по игре был счет, ну и вот вдобавок еще 1-5 от Пищевика. Вот такие результаты у Невы с топ-соперниками. Да, команды, которые в классе уступают, обыгрывают и Гефест, и Нева, где-то сложнее. Например, вот Нева недавно только с счетом 3-1 обыграла APC, а до этого был 1-0 над Стеллой, тяжелая победа. У Гефеста совсем недавно были скромнейшие 2-1 против МЗКП, но в том году Гефест МЗКП вообще проиграл. APC тоже 2-1 был обыгран, но это было уже давно. 5-3 над Энергомашем, и что с APC, что с Энергомашем. В концовке Гефест вырывал победы, но тут очки собирают. А вот с топ-соперниками не получается. Посмотрим, что будет сегодня. После бодрого начала от Гефеста у нас некое затишье на поле. 10 минут, моментов маловато. Сейчас еще и пауза. Там, по-моему, Ходыреву по ноге досталось. Не использовал Гефест удачное начало, свое бодрое, хорошее. И теперь Гефесту уже нужно сламывать
сопротивление Невы. Нева очень хорошо начала матч с ЦДК, но вот такое начало, может быть, не на руку самой команде было. А здесь же, в этом матче, начало результативным не получилось. Я такой футбол люблю даже побольше, чем когда голов очень много. Это больше похоже на футбол. Ну и учитывая все, что я рассказал, наверное, не нужно командам искать мотивацию. Момент здесь по плохих спасает, не штанга, там именно плохих выручил. Кто атаковал? Масленников? В итоге отворот сейчас защищает арбитр. Футболисты Гефеста не согласны. Они недовольны этим решением. Владимир Коржевский не преклонен. Там, по-моему, Евгений Ширенков появился на поле. Нет, нет, все-таки это Масленников. Не узнаю в гриме. В повязке, которая у него на голове. Но это был он. Уже второй момент у Александра. Снова этот момент Гефеста. У него только подходы были. Здесь Каханов в перехвате. Вертикальный пас. И хороший Мамонов в подкате. Здесь мяч в руку Ходриу попадает. Но можно играть. Идрисов обыгрывает. Передача Масленникову. Тот мог убрать в центр, но... Это все знают, Масленников рассудил, что действительно этот маневр всем известен и не стал поступать так, поступил иначе, но попал в защитника. А сейчас Нева может контратаку убежать. Вадим Пронкин тащил мяч. Его возвращение в ряды Невы, это, конечно... Подспорье для команды. Здесь как ни крути. Ну, в этом сезоне Пронкин только 3 мяча забил, но он играл не так много. 3 мяча в чемпионате. Но сыграл там 2 игры всего. Так что... Еще поможет он команде. В Лиге Чемпионов тоже 2 матча, там только 1 голевой пас. Но он 3 мяча все беде забил. Играл сейчас APC в ноябре. И как раз он, кстати, в той игре с пищевиком играл, когда 3-1 Нева выиграл, но больше он не появлялся до матча с Авангардом, который команды 0-5 проиграла. Да ну, а в прошлом сезоне 27 голов в 29 матчах чемпионата, 2 гола и 2 передачи в 7 матчах Кубка ЛФЛ, и 5 голов и 2 передачи в 4 матчах за сборную Северной лиги у Вадима Пронкина. Согласитесь, очень солидные показатели. Но пока Пронкин отрезан немножко от своей команды. Здесь и Константину Лузбеневу, поэтому в заслугу поставим. И то, как играет Гефест в целом. Сейчас смотрите, как Лузбенев выбил мяч у Пронкина из-под ноги. Тут же подкат не достает. И удар по воротам. Кстати, подкат катился, появившийся на поле Евгений Евгеньев. Заменил он кого? Сейчас разберусь. Лаврентьев на поле. Логично. Ну, Сергей Нечушкин заменил Евгений Евгеньев. Ну, я так смотрю, на 3-3-1 потихонечку перешла. А Нева. Пронкин в центре. Евгеньев и Киреев по краям. Лаврентьев в опорной зоне. Ну, тянет Киреева, конечно, на фланг. Очевидно. Ну и вот перевес Гефеста, который у него есть по моментам, по игре, он ничего не значит и ничего не стоит, учитывая, что голов команда пока так и не забила. А забьет Нева будет сложнее. В прошлом году эти коллективы выдали 2 ярких матча, и оба завершились в ничью. Первый 1-1, а во втором круге Нева 3-0 вела очень быстро и повела в счете, и должна была побеждать, она должна была еще сбивать. Великолепный футбол демонстрировала, но в концовке Гефест отыгрался, 3-3, там гол Варакина, хит-парад на последних секундах, сумасшедший штрафной. И Гефест ушел от поражения, Нева, конечно, осталась разочарована тем результатом. Ну а до этого
До этого Гефест побеждал в сезоне в своем, в чемпионском, в позапрошлом. Причем он там победил Неву со счетом 10-2. Когда Стас Железов играл в тряпочных перчатках в воротах, тот знаменитый матч. И 6-1 во втором круге, подтвердив свое превосходство. Ну, тогда он всех превосходил. Нева тогда была в кризисе, заняла 6-е или 7-е место в чемпионате. Гефест чемпионат выиграл, пусть и в борьбе с Терминатором, но выиграл вполне закономерно. Ну, в прошлом году, видите, поменялись. Небольшую рокировочку произвели, вот так вот с разных концов доски топ-команд. В центре оба оказались, рокернувшись. Третьей стала Нева, четвертым стал Гефест. И в Лигу чемпионов Гефест попал только благодаря снятию Атлантиса с турнира. Вообще со всех турниров, какие только есть в ЛФЛ. И сейчас Гусев появился на поле! Не забивает, но с острого угла, но он, мы помним, какой гол региону забил с острого угла, его первый гол в чемпионате. Вообще у Алексея Гусева удивительный, конечно, сезон выходит, потому что... Он является лучшим ассистентом команды, если не ошибаюсь. Но в чемпионате на его счету вот тот гол региону так единственным и остается на данный момент. А в чемпионате, да, у него 11 передач, в то время как у ближайшего, у Андрея Дрисова, 4. Ну, Гусев назабивал недавно в матче с Россошью, но ту игру, наверное, можно вынести за скобки. Там все вообще было не по Лиге Чемпионской, 12-3. Но Гусев покер оформил, Масленников 6 забил в том матче. Игра на половине поля Невы проходит, но моментов все-таки маловато. Наверное, там 4-5 моментов для такой команды, как Гефест, все-таки это мало. Но давление имеет свой стороны или поздно заканчиваться взятиями ворот. Гефест продолжает давить. Но Нева вот так вот по виду достаточно комфортно себя чувствует. А вот Пронкин ждет мяча, пока никак не дожидается. Мамонов не спешит делать длинную передачу. Обыгрывается с Киреевым. Ну и потеря. Потеря. Не доходит до Пронкина этот мяч. И Станислав Станиславский не спеша будет его вводить в игру из-за боковой. Из-за боковой. С угла вратарской, конечно. Удар от ворот. В пользу Гефеста. Один матч состоялся уже в 13-м туре в высшем дивизионе. И он много... Ну, в принципе, то, что и так было ясно, окончательно, наверное, оформил. Голдшарк в упорной борьбе, но выиграл счетом 2-1 у МСК Европы. И, ну, фактически обеспечил себе попадание в топ-8 по итогам первого круга. Теперь у Акул 23 очка. У Энергомаша, занимающего 9-е место, пусть и 2 игры в запасе, но отставание в 10 баллов за 2 тура до финиша. Ну, Энергомашу, ладно, 4 игры сыграть, надо 12 очков набирать, при том, что Энергомаш играет с него и ЦДК. Да, формально Голдшарк еще не в восьмерке, но уже завтра он в ней может оказаться де-факто, если... де-юре. Если Энергомаш у ЦДК не выиграет. Ну, вернее, если сыграет в ничью, Энергомаш сохранит шансы, потому что в ничью сыграл из Голдшарка, и там равенство личных встреч, и тогда могут быть, может быть, вопрос в разнице мячей. Но мы понимаем, что, в принципе, шансов практически нет у Энергомаша догнать Голдшарк, не только потому, что он 12 очков не наберет, но и потому, что Голдшарк еще предстоит, например, игра со Штурмом и... Ой, нет, прошу прощения, не со Штурмом, не со Штурмом, а с Пресней. Со Штурмом Голдшарк уже сыграл, вырвал там победу, это было давно, 3-0 вел, 3-3 Штурм сделал, и потом Голдшарк четвертый гол забил на последних секундах. Ну, а с Пресней еще не играл, ну и если у Пресни Голдшарк не выиграет, у кого тогда, собственно?
Продолжает Гефест давить. Анива продолжает обороняться, но это не все-таки оборона, когда команды явные андердоги против Гефеста пытаются там какие-то автобусы поставить. Это немножко иной случай. Ну и еще один шанс у античных. Там, кстати, уже замены прошли. Например, появился на поле Павел Котов. Он сейчас будет угловой подавать. Ну, Алексея Гусева я уже называл в обороне без перестановок. Ох, еще мог быть момент, но здесь до Мухина мяч дошел уже после того, как его немножко снял Антон Ходырев. Командует Станислав Станиславский своими футболистами, но работы у него на разминке было больше, чем в матче на данный момент. Но вот сейчас, может быть, что-то Нева придумает. Киреев на фланге, один в один против Каханова. Там уже Идрисов есть, поэтому Киреев бьет. Каханов в подкате блокирует удар. Ходырев назад играет на Алексея Мамонова. Мамонов и Шутину переводит. Игоря ищет варианты. Дает Лаврентьеву. Тот под прессингом Мухина на Мамонова. Вроде бы судорожно Нева играет. Но смотрите, как выходит из обороны Ходырев. Котов его пытается накрыть. Ну, раз Котов вышел, будет удар от ворот. Раз Котов вышел, отметим, что Котов играл за Неву в прошлом сезоне. Выиграл с ней как раз бронзовые медали. И в матче с Гефестом, вот в том самом матче, который 3-3 завершился, великолепно действовал Павел Котов, был лидером античных, о, не античных, а как раз Невы. Ну и, возможно, в том числе и поэтому он оказался теперь в Гефесте. С уходом из Невы Ростеха, компании, которая спонсировала клуб, наверное, перестройка была неизбежна. И пусть на футболках Ростех остается, но зачем тратить лишние деньги, да, Валерий Нуров рассудил, когда есть уже хорошая экипировка у команды. Но смотрите, Нева отжалась уже по-настоящему, и вот отрезками контролирует мяч. Правда, вот Гефест может вот так вот, Лазбенев в перехвате играет, и в касание отдает Алексею Гусеву, и тот цепляется за мяч. Вроде бы просто выносил защитник Гефеста, а получила Нева атаку на свои ворота. Гусев там поставит ногу, но не в ту сторону. Мяч отскакивает. И аут будет в пользу Невы, конечно. Шесть минут до конца первой половины. Она, ну, не скучной получается, но не результативной. И для тех, кто больше всего любит в футболе голы, так-то их все любят, но не любой ценой, да, что называется. А для них, конечно, игра скучная, но согласитесь, это гораздо более интересная игра, чем вот те позапрошлогодние матчи, когда 10-2 было, ну или когда 6-1. Это совершенно другой футбол, гораздо более интересный. Замена у Невы. Вадим Пронкин поле покинул, Сергей Ничушкин вернулся на острие атаки, подтверждая, что он как раз нападающий. Ну а Александр Гамбердеев пока еще так и не выходил, но он готовится вступить в игру. Он там рядом с Валерием Нуровым стоит после тяжелой травмы. Александр, но уже играл. Идрисов до Котова не дойдет. Передача, хорош. Ходырев в перехвате. Только своему не получилось, но там и Идрисов своим мяч не доставил. Вот этот перевод классный, Киреев. Когда ты имеешь такого игрока, как Антон Киреев, ему доставь мяч, и он всегда может придумать момент, как бы игра ни складывалась. И здесь он вышел на ударную позицию, снова снова Каханов прыгал, пытаясь заблокировать, не заблокировал, но удар неточным получился у Антона Киреева. Но опять же, если ему давать такие шансы, он попадет когда-нибудь. Так, меняют Игоря Лаврентьева. Интересно, какие у нас будут перестановки. Евгений Евгеньев идет в опорную зону, по краям расходится. И Гамбердиев, и Киреев. И таким образом мы получаем ярко выраженный 3-3-1, что у одной команды, что у другой. Причем вот один центральный полузащитник и два вингера.
Ну, наверное, удобно играть всем, расстановки, по сути, друг друга дублируют, нигде не возникает лишних зон. Ни одной, ни другой команды! Здесь подключился Андрей Моисеенков на пятаке с мячом. Фактически остался, но, принимая, упустил, сложно было. Удар от ворот. Станислав Плохих особо время-то не тянет, обратите внимание. Это к вопросу о том, что характер игры немножко поменялся, у него сейчас все нормально. Ну и в принципе все нормально у Невы, пусть и временами было тяжело под давлением Гефеста, но игра получается. Ну а вы можете делать выводы сами на данный момент, что вот в этом равенстве, что в этих 0-0, чего больше. Хорошие игры команд или наоборот плохой, мол, видите, не в лучшем состоянии Гефеста Нева, и поэтому... Поэтому у них вот такой поединок получается, поэтому Гефесту не хватает сейчас чего-то, чтобы дожать, чтобы надавить так, что соперник рассыпется под его давлением. Ну, а Нева просто не может свою волю диктовать оппоненту. И по большей части держится, это если рассуждать как раз с позиции того, что у команд все плохо, что стакан наполовину пуст. Девятого сейчас не хватило футболиста Неве, потому что на третьего играл Сергей Нечушкин после передачи Алексея Мамонова. Он-то рассчитывал, что он Мамонову отдает обратно по стеночку. Но как там мог оказаться Мамонов, который отдал пас и двигался к Нечушкину, а Нечушкин в зону, в свободную, вперед. Там какой надо резкостью обладать, чтобы вот так вот успеть на таком тяжелом поле затормозить и рвануть. У нас, вы видели, наверное, вчера, что в Туле творилось во время матча Арсенал-Спартак, на каком поле играли команды, и ладно, поле, там еще ветер и постоянно, и снег, который валил не переставая, конечно, мешали футболистам. В Москве, наверное, получше ситуация с погодой, а Флотская расчищена еще, снег по краям собрали стадиона, уже вот антураж зимний, поле приобрело, но у нас зима наступила. Первый зимний тур официально. Так что, наверное, все правильно, все логично. Ну вот в этом антураже нам жить еще долго. Другое дело, что месяц, даже чуть меньше. И я думаю, что до начала второго круга, а может быть, он только успеет начаться. И наступит пауза январская, потом зимний кубок. Кто хочет, может заявиться, но там заявка свободная достаточно. Поэтому заявиться можно в любой момент игроку. Ну, а команды сейчас собираются. Нева, кстати, в прошлом году играла в зимнем кубке. И проиграла в финале Голдшарку. Фол Павла Котова на Александре Гамбердиеве. В прошлом году они по краям разгоняли атаки Невы. В схеме 2-4-1. Два латераля. Сейчас Котов в схеме 3-3-1 выходит на замену у Гефеста на правую бровку. И Гамбердиев сегодня направо вышел, хотя обычно он слева играет в Неве. Но тоже в схеме 3-3-1. Схема поменялась у Невы. Хотя, кстати, вы знаете, вот этот состав вполне мог бы и по 2-4-1 играть. Может быть, даже ему было бы так комфортнее. Не знаю. Гефеста много лет играет по одной схеме и остается верен себе. Фол на Ишутине. Не хотел Алексей Гусев фалить, но нежелание фалить не освобождает от ответственности за нарушение правил. Истекло основное время первого тайма. Пошло добавленное. Не знаю, много ли его будет, может быть, одну атаку даст провести Владимир Коржевский Неве. Ну и, собственно, поскольку она закончилась неудачно, закончилась у нас первая половина встречи 0-0, отдыхаем и возвращаемся во втором тайме. Владимир Коржевский дал свисток. Кстати, не прислал я резервный арбитр Геннадий Зародыш в качестве резервного обслуживает эту встречу, помогает главному рефери, включает табло, меняет счет. Пока этой части работы он счастливый избег. Ну и команды начали вторую половину встречи. Кто знает, может быть, она очень результативной получится. Посмотрим. А может быть и нет. Может быть, все пройдет в конве первого тайма и решится, например, одним точным ударом. Или вообще без них обойдется. Так, здесь фол. И вот протоколы у нас первые
действия в протоколы заносятся. Константин Лозбенев уже на первой минуте второго тайма за фол против Сергея Ничушкина получает желтую карточку. И это штрафной, но Павел Котов теперь играет за другую команду. Я вам представлю, в каких составах команды начинают встречу. Но после этой штрафной ведь есть Александр Гамбердиев. Он-то остался в Неве. А он мастер стандартов, напомним. Ничушкин перед Станиславским стоит, мешает ему. И опасный удар. И Станиславский, может быть, и доставал, а может быть, и нет. В любом случае, Андрей Моисеенков головой мяч вынес, он точно шел в створ. Итак, Гефест, номинальный хозяин поля. В воротах Станиславский. В обороне без изменений. Справа налево Станислав Каханов. Константин Лозбенев, Андрей Моисеенков. В опорной зоне Максим Мухин. Над ним Павел Котов начинает вторую половину встречи. Андрей Идрисов. Ну и Александр Масленников на острие атаки. Таким образом, одно изменение. Котов вместо Анохина. Это если по именам. Ну а по факту Котов играет на позиции вингера. Правого там играл Идрисов. Идрисов играет слева вместо правого вингера. Ну а Масленников играет на позиции форварда вместо левого вингера. А сейчас ошибка Мамонова. Ее подправляет Евгеньев. Но атака продолжается у Гефеста. Идрисов бьет. Евгеньев там пластался. Удар от ворот. Станислав Плохих защищает ворота Невы. Игорь Ишутин, Алексей Мамонов и Антон Ходорев справа налево в обороне, как и в первом тайме. Как заменил Игоря Лаврентьева, так и играет в опорной зоне Евгений Евгеньев. Над ним Антон Киреев, Александр Гамбердиев. Причем поменялись флангами. Александр Гамбердиев на левый перешел. И на острие атаки Сергей Ничушкин. Нева как заканчивала первую половину, так начинает вторую. В запасе у Невы, соответственно, сейчас Лаврентьев и Пронкин. У Гефеста Сергей Бурцев в запасе, голкипер Мартин Хорин, Евгений Ширенков и Евгений Королев. Никто из них не выходил на поле. Анохин начинал встречу в стартовом составе. Нет гола! Или гол есть? Нет гола! Ну, сейчас гол! Все-таки гол состоялся. Домучили футболисты Гефеста. Александр Масленников как форвард подкараулил на 34-й минуте. Но там дважды Плохих выручил в тяжелейшей ситуации Неву, уже в безнадежной. И в итоге, когда Масленников в упор уже расстреливал на третьем добивании, шансов не было спасти у Плохих. Чем-то похоже это на противостояние с Интером в первом туре. Тогда также было тяжело в обороне Неве, также там Интер забивал часть своих голов вот с таких вот неимоверного количества добиваний. Ну теперь-то у нас игра должна вскрыться. Теперь-то Нева побежит отыгрываться. Можно не сомневаться. Ну а Гефеста постарается добить своего соперника. Он умеет дожимать. Он любит ловить на контратаках. Ему, в принципе, такая игра комфортна. Он и повладеть любит мячом, но и убежать встречную атаку хлебом не корми. Может быть, не лучшая команда лиги по этому показателю, но умеет это делать Гефест хорошо. Ну а сейчас пока Неве не отдает мяч команда Алексея Швындина. Каханов делал закидушку вперед. Там Идрисов пошел. И обратите внимание, сколько стало сразу перемещений у античных. Действительно много. Забегают постоянно за спины. И вот забив, Гефест почувствовал легкий кураж. Наверное, ну и это хорошо, в любом случае, но не для Невы. Но, безусловно, не для Невы. Для Невы сейчас ничего хорошего не происходит. И угловой Масленников зарабатывает.
Станислав Плохих подсказывает своим партнерам, что может быть розыгрыш, чтобы они следили за этим. Действительно, розыгрыш есть и проходит, и прострел проходит. Дрисов на Масленникова сыграл, почему-то никто Александра не держал. Дальше был прострел, но там Александр Гамбердиев оказался на месте. Мяч вынес. Если о том, как игра развивалась, рассуждать, наверное, это закономерно. Киреев, Финтит, Нечушкин и Шутину. Вот хорошая игра в пас от Невы, правда. Вот Мамонов не очень удачно сыграл, Ходрев ему не очень удачно вернул, но сохранили мяч, и Шутин успокаивает здесь, и Гамбердиев его отдает. Нечушкин, а вот это плохая передача на Киреева. Ну и в итоге Гефест без отбора мяч забирает у соперников. Начинает Нева выдвигаться в прессинг. Ну, нужно бело-черным уже теперь с прошлого еще сезона прессинговать, хотя в последнем матче с пищевиком как раз в Лиге Чемпионов Нева представила новый небесно-голубой с белым комплект формы. Часто ли будет в нем играть команда Валерия Нурова, я сказать не могу. Ну а пока момент, может быть, у Гефеста. Идрисов разыгрывают. Котов с мячом. На третьего, на Масленникова играл Мухин, но не прошла передача. А здесь все нарушение правил, конечно, на Максиме Мухине. Опасный штрафной. Опасный штрафной и, наверное, Котов. Хотя, может быть, Андрей Моисеенков, он, в общем-то, не хуже исполняет. Кто будет стоять? А, они скидываются вот так вот. Кто там выиграл? А от нас закрыли. Выиграл Андрей Моисеенков как капитан. Этот жребий. Ну, посмотрим, как он ударит по воротам. Четыре человека в стенке. Ну, неплохо пробил, но Плохих в правильную позицию занял, еще и на пару метров вышел из ворот и кулаками отбил. Ну, думаю, что в следующий раз Котов с левой ноги будет бить. Но накрывает Гефест, Идрисов спрашивает, что там было, не было, игра рукой, по его мнению. Иначе расценил Владимир Коржевский этот эпизод. По его мнению, было нарушение. Ну, а не Ванизм предпочитает разыграть. Сложная комбинация, но она может дойти до голевого момента. Напомним, что счет только 1-0. Правда, видите, разрывы пошли. Сейчас можно закинуть, и до сих пор можно Котову. Низм предпочитает сыграть Каханов. А здесь и Шутин. Ну, и Шутин ошибается. Впрочем, Мухин, хоть и считает, что был фол, не смог у него мяч забрать так, чтобы сохранить. Здесь отметим, что доработал и Шутин после своей ошибки четко. Сейчас он же заправляет вперед, чтобы под прессинг не попасть. У того же Мухина, кстати. Но нет ощущения, да, что Гефест под гнетом атак Невы, которой нужно отыграться. Наверное, это к разговору о существующем положении дел. Смогут ли эти команды бороться за чемпионство? Вообще, каков их удел? В
топ-5, по идее, быть должны. А с другой стороны, вот тот же Gold Sharks собирается усилиться. Например, и здесь 2-0, Александр Масленников в своем стиле и очень легко забивает этот мяч. И Неве будет теперь очень сложно. На 41-й минуте. Спустя 6 минут, 7 минут после своего первого гола, Масленников оформляет дубль. Ну а подсказывают друг другу футболисты Гефеста, что нужно еще добавлять, это пометуя о всех их неудачах. И да, можно сколько угодно говорить о том, что Нева сейчас все-таки не такая прям топ-команда, да, какой была даже в прошлом сезоне, но все-таки это очень сильный коллектив, и команды такого калибра давно Гефест не обыгрывал. В оставшихся турах Гефест ждет календарь рабочий. Матчи со Штурмом, Пресней и Стеллой. Даже не рабочий календарь, а по большому счету легкий. И если здесь не теряет команда очков, то по большому счету она нигде больше терять не должна. И Гефест 39 очков должен набрать. У него 2 поражения, столько же у ЦДК и Интера. У него в онлайн-режиме становится 3 поражения. Но если Гефест сегодня выигрывает, Динамо имеет ничью и поражение, и любая потеря очков динамовцами при этом раскладе Гефесту позволит Динамо в первом круге опередить. ЦДК и Интеру тоже очки, соответственно, терять нельзя. Между собой там все сыграли, но Динамо еще с него играть. У ЦДК матч с APC впереди, матч с Энергомашем, матч с Бедой, в принципе. По-хорошему-то армейцы должны без потерь заканчивать первый круг. У Интера тоже матчи вполне рабочие. Легион, МЗКП, МСК, Европа тоже должны брать. Здесь нет свободного удара. Разводит руки в сторону Владимир Коржевский. Но кто знает, может быть, будет осечка. Конечно, и Гефест может осечься, но если с середнячками играют ЦДК и Интер, то Гефест встречается с 13, 14 и 15 командами чемпионата прямо сейчас со Штурмом, Пресней и Стеллой. Ну вот Динамо, у Динамо, во-первых, игры с МЗКП и МСК Европы непростые, а во-вторых, ну Нева. Ну вот если с него и не будет осечки, а здесь удар не получается у Масленникова, но на острие он здорово, конечно, сегодня играет в целом, и на эту подачу правильно открылся, но и подачу вырезал Андрей Моисеенков очень хорошо. Так вот, если Гефест без осечек пройдет остаток сезона, остаток первой части сезона, то, наверное, сможет признать неплохим первый круг. Масленникова меняют, но есть замена и у Невы. Там Антон Ходорев покидает поле. Выходит Вадим Пронкин. Лаврентьев уже вышел на поле. Нет, не Ходорев покидает, не Чушкин покидает поле. Евгеньев ушел уже. Пронкин и Гамбердиев практически в 2 форварда играют. На 2 защитника, что ли, перешли? И это Мамонов и Ишутин. Нет, все-таки Ходорев слева. Мамонов в центре, Ишутин справа. Лаврентьев в опорной зоне. Ну а Киреев, Пронкин и Гамбердиев, ну, по сути, 3 форвардов составят. Ну, также и Гефест, можно сказать, в 3 нападающих играет. 3-1-3, вот такая схема. Могут себе позволить. Котов, все знают, что будет под левую убирать, справа бить не будет, поэтому позволил Мамонов вправо убрать мяч Котову, ну, от себя влево. А здесь Анохин, Идрисов разыграли, как плохих тащит. Просто тащит сейчас Станислав плохих, там как-то лучше сыграть, пусть удар был не сильным, невозможно было. Ну, какой розыгрыш, да, Идрисов с Анохиным, длинная стенка, Идрисов замыкал. После второго гола Гефест уже откровенно доминирует на поле. Поспешает Станислав плохих, ну а как же, середина второго тайма. Уступает его команда с счетом 0-2, но не получается пока игру переломить. И ресурсов, надо сказать, для усиления игры фактически нет у Невы. А тут еще, видите, ошибается плохих при вводе мяча в игру. На что могут рассчитывать команды, еще раз повторюсь. Ну, Нева
Пока все-таки, наверное, пятая команда этот матч подтверждает из пяти команд Севера. И там на нее покушаются другие ребята. Но определенный запас у него есть. Хотя ведь и Шестаков перешел из него в Голшарк. Это показатель. Впрочем, в обратном направлении проследовал Даниил Горовых. Но Даниил Горовых сегодня нет. А Шестаков ни одной игры Голшарка не пропустил после перехода. Гефест, конечно, никаким четвертым местом его амбиции не ограничится ни при каких обстоятельствах. Гефест хочет чемпионства. Медали это, ну, просто по меньшей мере. Мухин не попадает, Анохин, смотрите, вышел в подыгрыше играть. Мухин, может быть, и не обязательно было бить сразу, но так-то по уму все делал. Тем более, что счет 2-0 и игра они позволяют. Станиславский гонит команду вперед, не останавливается, но Гефест не останавливается. Гефест умеет не останавливаться, здесь Идрису надо подниматься. Знаете, может быть и был фол, но в такой борьбе минимальный фол не будет свистеть. Владимир Коржевский и Шутин там точно не хотел нарушать правила, оба завалились. Еще и 2-0 Гефест ведет. Ну а здесь момент, может быть, Пронкин... Фалит Пронкин, футболисты Гефеста уже тут скинулись, мол, какой пенальти, но нет. Там досталось Константину Лозбиневу, который сегодня блестяще отрабатывает в центре, но и по-прежнему не появлялись на поле. Ну, Бурцев понятно, но ни Мартин Хорин, ни Евгений Королев, ни даже Евгений Ширинков не появлялись сегодня на поле. Мы вот перекинулся парой слов с Ширинковым, я перед игрой спросил, готов, он так... кивнул, и вообще было видно, что заряжен Евгений, но, видите, до сих пор игрового времени он не получил. Сегодня, но это футбол. У Гефеста, может быть, было даже слишком много ротаций по ходу этого сезона, и сейчас Алексей Швындин ищет, может быть, уже даже нашел разумный баланс... Делай поменьше замен угловой. Не думаю я, что Антон Ходрев здесь мяч провожал. Просто не успевал оставить в поле. Так, чтобы под контролем он был. И угловой Гефест зарабатывает. Там Котов и Идрисов что-то придумывают. Тут собирается Гамбердиев мешать. Ходрев и так там это делает. И в итоге Котов будет просто подавать. Ну или простреливать, посмотрим. Нет, подача. На дальнюю штангу. На данный мяч не дает здесь Мамонов, но Мухин на подборе. И немножко с пожаром и Шутин выбивает, но выносит четко. Пронкин цепляется, играет на край. А Гамбердиев только если бы, наверное, сразу понял, что будет делать Пронкин, только так мог бы успеть. Конечно, немножко не хватает в игре. А так не вывод. Вела бы сейчас Нева 2-0, какой бы мы матч имели, да? Потому что... По тому, какой футбол мы видим, вполне возможно, что Гефест бы и 3 тогда смог бы успеть забить. А так, может, Гефест и так успеет 3 забить, но это не про интригу. Хотя, конечно, никаких 0-5 Нева не заслуживает. Другое дело, что ну практически без моментов у ворот Станиславского. Ни одного по-настоящему 100% голевого мы пока так и не увидели. Моисеенков, ну это потому что счет и игра позволяют, решился на удар, но он у него не получился. Ну, как говорят мои коллеги, без обреза. Вот сейчас Ходрев уходит, а Евгений Евгеньев в оборону выходит. Он играл в обороне в этом сезоне. Туда его впервые поставил Александр Акуненко. Но, видите, хоть Акуненко вроде бы и договорился о продолжении своей работы в Неве с Валерием Нуровым, но скорее Валерий Нуров договорился о продолжении работы Акуненко. В конечном счете, не видим мы Александра на тренерском мостике бело-черных. Ну, а Евгеньев больше играет в полузащите у Нурова. А в матче с Легионом, когда Коненко приезжал, как раз на позиции одного из двух центральных защитников оказался. Евгеньев. И сыграл просто блестяще. Он был, наверное, лучшим игроком Невы. У него там был сумасшедший процент выигранных единоборств. Очень много ключевых передач. Это центральный защитник. Он причем больше всех ключевых передач делал, точных. Выиграл почти всю борьбу, в то время как Алексей Храпов, который уже не в Неве, который ушел... Вот Алексей Храпов в единоборстве был не очень хорош. Просто сравните гренадера Храпова и, в общем-то, не очень большого для защитника Евгения Евгеньева. Мухин цепляется здорово. Но нет, все-таки под гнетом и Шутина, и Киреева мяч теряет. Другое дело, что аут в пользу Гефеста.
Киреев, наверное, это и сам понимал, но он на всякий случай решил побыстрее ввести мяч в игру. Мало ли, может быть, заиграют. Не заиграли. Ну и Нева пока так и не заиграла в этом матче. А играть-то 9 минут остается. Не думаю, что Владимир Коржевский по этой игре что-то добавит. Особенно с учетом того, что Нева брала задержку. Вроде бы этот фактор не должен ни на что влиять, но... Футбол штука такая сложная. И простая, и сложная одновременно. Но вот чуть Гефес сам себе момент не придумывает. Но до Станиславского все равно мяч не доходит. Угловой, по крайней мере, для Невы это шанс. Когда у тебя есть Антон Киреев, всегда можно ждать. Он и закрутить может, но там, правда, это контролируют. Закрутить ворота, в смысле. А подача опасна. Там есть Пронкин, есть Гамбердиев, есть Мамонов. Но нет удара по воротам, есть вынос из штрафной площади Гефеста. Анохин бежит вперед, немножко заплылся в мяче. Уже вот элементы зимнего футбола появляются у нас. Поляна сложная. И будет все сложнее и сложнее. Наверное, еще и поэтому вот такую систему ввели, чтобы как можно меньше зимний футбол решал в борьбе за чемпионство. Ну, правда, второй круг все равно начнется на сложном поле, еще февральском. Если, конечно, нет плана в декабре его начать у Владимира Павлова, тут я не располагаю достоверной информацией. Все-таки первый круг заканчивается в середине декабря, еще, может быть, 1-2 тура сыграют команды. Так, у нас Масленников и Гусев возвращаются на поле. И, наконец-то, Евгений Шеренков появляется. Да, на 7,5 минут. Но Гусев во втором тайме тоже, например, не играл. Так что у него тоже не очень много игрового времени. Королёва увидим мы сегодня или нет. И перешел из Иствуда. Очень яркий футболист, очень хороший, но пока практики мало. А сейчас Шеренков, смотрите, как сориентировался. Сразу Масленникову практически голевую отдает. Мамонов заблокировал. Хотя, может быть, там плохих бы и взял. Но в любом случае, классный пас. Ключевую передачу сделал языком статистиков сейчас Шеренков первым же своим касанием после появления на поле. Это к вопросу о том, о каком футболисте, какого уровня футболиста идет речь. Опять борьба на поле, которая никому не приносит результата. Ну вот, может быть, сейчас у него будет момент. Киреев пытается что-то придумать, он своими индивидуальными действиями. В итоге вынужден отдавать передачу на фланг Пронкину, а тот в штрафную загружает, но неудачно. Мяч остается у Гефеста, можно продолжать атаку, ее разворачивать чуть назад. Масленников, и правильно, наверное, сейчас спешить особо некуда его команде. А здесь Мамонов пяткой спасает тут неприятности Неву. Но в целом уже усталость сказывается на игре белочерных. И Евгений Шеренков пользуется блестяще предоставленным ему игровым временем. Забивает третий мяч на 55-й минуте. И хотя, опять же, я хвалю Неву за то, как команда держалась. Давайте будем объективны. Результат, понятно, закономерен. Но закономерен, наверное, и счет, который мы видим на табло. Гефест наиграл на крупный перевес. И это отрадно. Команда Дмитрия Вакуленко и Алексея Швындина наконец-то показывает солидный, добротный футбол. Тот футбол, который от нее ждут. И до сих пор не дожидались, по большому счету. В этом сезоне. Сможет ли Нева гол престижа сообразить? Посмотрим. Ну а пока давайте я проанонсирую, что нас ждет в этом туре. Еще матч Голшарк МСК Европа 2-1, я уже сказал. Гефест Нева 3-0, пока у нас по 3 мяча забивается в играх высшего дивизиона в этом туре. Завтра в 10:50 IPC играет со Стеллой, если выиграет фактически... Да и IPC и так-то выйдет наверняка. Есть еще момент у Масленникова. Пас тяжело было здесь отдать, поэтому и не отдал.
и так выйдет в восьмерку, но оформит, опять же, де юре, скорее всего, в этом туре EPC на свой статус. Энергомаш ЦДК в 12.00, для Энергомаша мать жизни и смерти, ЦДК, ну, посмотрим, как ЦДК выйдет на эту игру. Знаете, ЦДК такая команда, что может что-то придумать сама себе проблемы, тем более, что матч не так важен. Хотя, опять же, никто поощрения для игроков не отменял, да, и они будут биться. 14-20 Интерлегион. Легион еще свои вопросы не решил официально. Тоже в хорошем положении находится, но вне 100%. Все-таки есть нюансы. Вроде как должен Легион восьмерку выходить, но, опять же, возможно, разное. Поэтому, наверное, Легиону и с Интером нужно цепляться. Правда, по тому, как... играют красно-серые в этом сезоне против лидеров, это сложно представить. Динамо МЗКП, ну для Динамо каждый матч важен, ну а МЗКП, Динамо-то хочет сохранить первое место по итогам первого круга, я уверен, абсолютно точно. Ну а МЗКП просто, это матч жизни и смерти, если МЗКП здесь не выигрывает, то у МЗКП не остается шанса фактически на место в восьмерке. Здесь штрафной, почти пенальти, или там арбитр разбирается. Нет, ну здесь не будет пенальти, штрафной удар, фалил Мамонов, Гусев его развернул здорово. Ну и завершит Беда Пресня матч, программу 13-го тура высшего дивизиона. У Беды еще остается 4 игры в первом круге, может 23 очка она набрать. Формально с Голдшарк может сравняться, Беда, но Голдшарк уже проиграла она, поэтому Голдшарк будет выше. APC Легион еще формально может обогнать, но там очень мало шансов, у Беды сложный календарь. Ну а пока штрафной удар у нас, то есть в принципе МЗКП, Энергомаш и Беда еще только сохраняют шансы на то, чтобы восьмерки первый круг закончить. Станислав Каханов. Нет, будет Ширинков, пожалуй, бить. Или пас даст на Масленникова. Нет, бьет. И там, смотрите, пяткой успел приподнять ногу Игорь Лаврентьев. А так-то мяч, по-моему, в ворота шел. Дальний удар. И что? И добивание будет. Моисенков не забивает плохих там. Вроде бы отбил удар Каханова сейчас не очень хорошо, но затем просто выручил команду. А здесь перестарался Андрей Идрисов. И поэтому фол еще Владимир Кожевский поинтересовался здоровьем Станислава Плохих. Тот сказал, что все нормально, играть продолжим. Но вот были претензии к Станиславу по игре с Авангардом, где не обязательно их мячей на пропускал. Но сегодня Станислав Плохих очень хорош. И он вообще никак не виноват в результате, который сейчас на табло. В неутешительном для его команды результате. Напомню, что два гола Александра Масленникова и удар Евгения Ширинкова. Все были мячи после перерыва забиты. Обеспечили Гефесту на данный момент перерыв. Перевес. Конечно же, перерыв Гефесту, наверное, может быть и не нужен. Сейчас команда хорошо выглядит. Гефест строит сейчас свой футбол к второй части сезона, в которой, я думаю, за Требл будет команда бороться. Да, вылетели из Лиги Чемпионов, но можно в Кубке ЛФЛ держать победу. Там достаточно сильных соперников, но кого бояться Гефесту? Владимир Кожевский невольно играет за античных. И может стать участником голевой комбинации, но нет, гол здесь не состоится. Пронкин пытается организовать мяч престижа. Последняя минута игры у нас вовсю идет. Теперь же Гусев без центра поля совершенно пошел в футбол. Неве, конечно, есть о чем задуматься. Последние результаты совсем не впечатляют у команды. Безрадостный 1-5 от пищевика на Вернадский парк. 0-3 сейчас. Многовато у Невы таких... безальтернативных поражений для топ-команды. Вот что немножко девальвирует статус бело-черных. Ну и теперь в таблице они официально будут пятыми уже единолично. Мамонов не выдержал душа поэта, пошел в атаку, перестарался, сфалил. И, наверное, это было последнее значимое действие в матче. Владимир Кожевский пока не дает свисток, но... ну вот шанс, может быть, у Гефеста сразу загрузить, если только в штрафную. И тогда... будет момент, а здесь нет, здесь розыгрыш низом, и даст или не даст Владимир Кожевский последнюю атаку, он уже приготовился свистеть, и свисток дает 3-0, Гефеста побеждает Неву в матче 13-го тура высшего дивизиона Северной Лиги, в центральном матче,
набирает свое, набирает 30 очков, догоняет ЦДК и Интер. И у них, кстати, по 3 очка у всех в личных встречах, но у Гефеста разница положительная, мяч на третье место выходит на данный момент. С чем мы его поздравляем. 2 гола Александра Масленникова, удар Евгения Ширенкова. Для вас работал Александр Седов, Роман Рамодин в качестве оператора выступал. Спасибо, что были с нами. Сегодня еще матч через час. Винтенформ, дубль Легиона, это 3-й дивизион. Развивайте спорт себе и себя в спорте. Я с вами прощаюсь, а Кирилла Разумовского вы еще услышите. До свидания.